Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. «99 франков» 2007 года. Октаву нет равных во вселенной, ведь он занимается рекламой. Это он решает, чего ему захочется завтра. Для него человек – это такой же продукт, как и все остальные. Октав трудится в крупнейшем рекламном агентстве. У него полно денег, женщин и кокаина. Но, тем не менее, его терзают сомнения. Две вещи в корне меняют жизнь Октава – роман с Софи, самой красивой сотрудницей агентства, и совещание в гигантском молочном концерне «Мадон» по поводу рекламного ролика. Октав срывается с катушек и решает взбунтоваться против системы, которая его породила, саботируя свою же рекламную кампанию. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!